О доброте на строгой службе говорили в прямом эфире Авторадио сегодня, когда Всемирный день доброты выпал на якобы зловещую пятницу 13-е. Заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по ИАО Роман Амиров к этому совпадению добавил еще одно. Сегодня отмечается 30-летняя годовщина со дня образования отдела специального назначения Уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Ну и, собственно говоря, пользуясь случаем, хочу поздравить наш отряд специального назначения с этой знаменательной датой, пожелать здоровья, счастья, мирного неба и крепости духа. Гость студии пришел на программу как раз с доброго дела, сдав донорскую кровь вместе со всеми сотрудниками управления. Под какой-либо праздник специально не подстраивались. На областную станцию переливания крови сотрудники УФСИН являются регулярно и вовсе не ради отгулов, положенных донорам. Движут, конечно же, гражданской сознательности и чувство сострадания. Необходимость помощи близким, помощи тем, кто в этом остро нуждается. Добро в УФСИН – явление повседневное. Только за недавнее время в списке добрых дел посадка маньчжурского ореха, участие в акции «Помоги собраться в школу», помощь благотворительной столовой, шефство над социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних, сотрудничество со школой номер 7. И перечислено далеко не все. Это в первую очередь нравственно-патриотическое воспитание личного состава организации, полезные занятия, поддержание здорового и пропаганда здорового образа жизни, в первую очередь, не только сотрудников, но и членов их семей. Гость студии также рассказал о том, как вовлечься в столь насыщенную жизнь и поступить на службу в УФСИН, которая, надо отметить, кроме добрых общественных дел, несет и весомые материальные и карьерные блага. Подробнее об этом в полной записи эфира с Романом Амировым на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Олег Яковлев, Новости 21.